Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем трэш. Вторая серия у нас сегодня. Мы сегодня с вами будем правильно расставлять таланты. Это, знаете, как будет и пособие для других, кому что можно ставить. Можете смотреть видосы. Я очень много вам записываю видосов про героев, про таланты. То есть у меня информативный канал по Битве замков, там и по Битве замков 2, которая вышла. Тоже есть видосы. Возможно, создам плейлист отдельный вам, чтобы вы долго не искали. В общем, сегодня у нас следующий видос. Можете предыдущий посмотреть. Там мы пооткрывали плюхи. Сегодня мы будем с вами открывать и ставить правильно таланты для героев, которые у нас есть. Потому что героев у нас много. Ресурсы у нас есть. Мы пооткрывали много всего. То есть сегодня у нас расстановочка талантов. Аккаунт моего подписчика Александра Пересвета. И мы ему сегодня будем качать, расставлять таланты на героях. Что, где, почему, буду рассказывать. В общем, я вам показал в прошлом видосе таланты. И сейчас я буду... Посмотрим, совпадет ли ваше мнение с моим. Что кому ставить. И где использовать. Так, окей, поехали. Поехали, поехали, поехали. Начнем. Бог войны. Ну, талант классный, но не актуален. Бессмысленно ставить. Утекание. Вариант Махатма уже есть. Череп. Черепа, кстати, здесь нету. Либо герои какие-то на фарме, на боссов с отражалками там и прочим. Но, честно скажу, я очень мало использую. У него, видите, очень много утекания на героях стоит. Но оно не особо эффективно, скажем так. То есть его ставить большинству героев бессмысленно. Поехали дальше. Корка. Ну, классный талант, но опять же не актуальный. Саморазрушение, self-destruction, не актуально. Железная воля. Вот этот вот талант очень интересный на подземке. Тому же самому Анубису и на PvP локации для многих героев. Сейчас мы посмотрим, какой Анубис у нас тут. Вот такой вот Анубис с пактом. Ну, в принципе, он классный, но я скажу так, что не особо актуально. Да, урона много, но на подземке, например, где, какие мы будем проходить в дальнейшем, скажу так, это не то. А вот железка, вы видите разницу. Плюс лучше, если вы без донат, поставить бастион. Пакт, он дает урон, но герой сливается очень быстро. Берс не актуальный для тыковки, разве что. Если вы без донат. Так, рвение. Все зависит, конечно, от того. Так, сколько у нас тут книг? Книги есть, отлично. Можно забыть про просветы на героях. На некоторых. Так. Тут можно... Я хотел уже апгрейд сделать. Можно ставить пока временно для нее как вариант. Воу, 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 воу. Вот это, ребятушки, вот это имбовые таланты. Сегодня я вам показал уже кучу разных сборок для Фрея, для остальных героев. Ну, для битвы гильдий, для PvP локаций. Фрея будет просто чудесная. Следующий такой уйдет у нас на Огника можно поставить, на Зефирку в будущем. Но пока у нас только Фрея. Потом посмотрим, как выберем стойкость. Ну, она не актуальна уже. Замедление тоже не актуально на Архидем. Но оно как бы актуально, но оно актуально для бездоната. Воу, ничего себе! Жестко. Это реально жестко. Этот мы поставим сюда. Так, отлично. Неплохо так падает. Так, разбросик, смертельный удар.
Не надо. Так. Ну, это, в принципе, для архидемона. На героев пока временно можно поставить. Такс, такс, такс. Где там его героя на архидемона? Получше будет. О, ремочка. Хороший, хороший, хороший вариант. Так, на ремку у нас героя. Сюда я хочу поставить воодушевление. Ремка тоже, в принципе, классный вариант. Воодушку рунами. Но это на PvP локации больше. Пока ставим. Ремка неплохо на PvP локации. Вот сюда зайдет. Это пока временно. Я думаю, тут у нас еще не одна ремка упадет. Будем постепенно менять все. Так, качать я пока не буду. Так, ожива. Ожива, ожива, ожива. Ожива нам надо на дерево и на вот эту подружку. Ну и некоторым героям, тому же самому Овнику, вы видели, там есть. Так, утекание не актуально особо. Опять бог войны, ну. Еще одна ремочка. Огонь, ребятушки. Так, 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 так. Мы так и не посмотрели, кстати, что делается на аккаунте по эмблемам. Так, давайте так. Восьмые. Ой, тут без вопросов. Ремок, правда, нет. Зато есть другие эмблемки. Одна воодушка. Хорошо. Будем знать. Так, смотрим. Купидончик у нас с пятой. Тут уже восьмая прокачана. Леди Лео. Можно поставить железку рунами. Так, дальше поехали. Еще одна жива. Ищем дерево где-то было. Помню, видел. Так, Атлант, вот Атлант у нас на ремку следующий будет. Вот дерево наше. У него нет этого, я это солью, потому что он книгами быстрее прокачает и не будет заморачиваться. Так, просвет бессмысленный на английском сервере. Кому-то ставить, можете ставить допом, с кого вы хотите дополнительно книги получить, если у вас не хватает значков почета. Так, живо. Сюда поставим. Так, ожог не актуален, ТУшка тоже уже не актуальна. Так, флайнгуард, это интересно, поменяем пока здесь. У него есть, опять же, у него есть куча талантов с сотами и прочего. Мы просто пока тратим коробки в шансе выбить что-то интересное по пути, потом поставим. Так, маскировка. Маскировка хороша, в принципе, для Лазули, но у него тут ремка стоит. И для Фрея, но Фрея у нас уже запаковано, поэтому тут особо маскировку кому-то ставить я уже показывал. Если у вас, у героя нет ограничений, он будет очень быстро сливаться. Можем пока временно сюда поставить. То есть до того, как она сработает, вашего героя уже сольют. Так, ТУшка, понятно. Замедление. Ремочка. Ремочка у нас идет на Атлантика. Потому что с ремкой Атлант нужен для прохождения древних испытаний. Стойкость. Смысла нет. Сливаем просто. Можем поставить сюда как вариант, но бессмысленно. Так. Так.
Ставим пока сюда временно. Ожог там восьмой не нужен. ПДшка. ПДшка у нас идет сразу же автоматом вольту. Вольту. И еще такую же мы поставим, если получится у нас выбить ПДшку на Афину. Надо было, наверное, и на Афину сразу ставить. А, так, тыковка. Тыковка, тыковка, тыковка. Тыковка у нас прокачана. Бессмысленно ей что-то ставить с данного. Так, ворожей. Рину с огненкой. Космо. Так, еще одна ремочка. Отлично. Сюда она пока временно пойдет. Нимбл, изворотливость. Изворотливость хороша, опять же, для той же самой тыквы, либо для героя, который будет набирать энергию, и автопрокер. Ну, таких героев, к сожалению, маловато. Маловато будет. Можно кому-то доп поставить. Может, самому тритону пока временно. Вот, воодушевление. Так как у него воодушевлений очень мало, мы пока одну воодушку, пока будем проходить волны, поставим вместо этого, вместо оживы, сюда. Почему, я потом покажу вам, а может и сейчас даже покажу. Сейчас немножко талантики расставим и попробуем пройти волну. Такс. Следующая ожива. Пойдет она у нас сюда. Что-то я не посмотрел. Так, нормально. Бастион. Поставим сюда. Ожог. Сейчас попробуем с вами, ребят, зафармить еще одну волну. Посмотрим, как у нас герои справятся. Вот Blade Dance еще один остался. Его мы пока оставим. Пока оставим до следующего героя. Так, окей. А теперь поехали. Выставим героев, которых мы будем использовать. Делаем этот максимальным, чтобы его не убивали и хватало урона. Так, Рину отсюда мы сейчас уберем. Сюда мы поставим. Так, где наша? Что у нас тут на таблетках? Фрею. Так, не понял. Сейчас уберем. У него, видите, у него тут здания не прокачаны, конечно же. Это реально сложно. Мешать будет в прохождении подземок. Так. Поставим такой вариант, чтобы чаще срабатывало. Такс, такс, такс. Вот наша Афинка. Блин, 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 подашку. О, отлично, подашка есть. Я пока прокачаю так для максимальной. Так, отлично. Отлично. Ворожей. Ставим оживу. Снимаем, ставим сюда восьмое воодушевление, чтобы он у нас хилил героев. Так, ну на него я по привычке обычно ставлю карася. Так, а сколько у нас таблеток, интересно? У нас их что-то маловато, да? Или хватает? Давайте посмотрим. Разгребем эту всю кучу. Непонятно, кто где.
Так, 6 таблеток, нет, все нормально. Так, раз, два, Махатму мы убираем. Вместо Махатмы мы поставим хранителя. Хранителя пусть будет огненка. Сюда ставим тоже воодушевление. Такой вариант. И вместо... Так, тут у нас Лазуля. Пусть будет такой живой этот. А вместо Фрейя мы поставим сюда Анубиса. Анубиса. Вот такой вот вариант. Видите, он железку использовал рунами, а мы будем талантом. А плюс мы сюда сделаем еще одну воодушку. Конечно, лучше было бы ПДшку сюда на него, чтобы он так не сливался. Но я думаю, нам этого должно хватить. Он не особо тут у него прокачанный, поэтому будет... А, мы не можем даже ему поставить. У нас... О, маны нету. Я понял. Ну, значит, поставим меньше уровня. Поставим семерку. На семерку у нас должно хватать. А, 91 аж надо, значит, шестерку поставим. Или даже лучше всего, пусть у нас бафает. Не, все-таки надо, не будет хватать. Поставим шестерку. Вот такой вот вариант героев. Собираем так, чтобы у нас в основном тех, кто ближнего боя. Мы попробуем без тыковки. То есть это в данном случае у нас хранитель был в центре. Чтобы у нас изначально еще кто-то мог подключиться. Так, все. Поехали. У него волна АД не пройдена. Я думаю, с таким обвесом мы должны затащить. АД1 прошли. АД2 прошли. АД3. Ну, четвертое мы тоже должны без проблем затащить. Ну, видите, у нас тыковки нету. Я тыковку просто не брал, она ее бессмысленно брать. Да, мы быстрее про... Ну, вот как бы она чисто для скорости. Нам надо сейчас... Самая основная задача у нас ушатать всех. И мы это успешно сделали. АД5 прошли. Поехали, следующая волна. АФ. Кому что-то непонятно по героям, по сборкам, пишите в комментах, я вам поотвечаю на ваши вопросы, что вам интересно будет. Как видите, у него здания не особо прокачаны все. То есть тут начальный аккаунт. Но с донатом, которого вполне хватает, чтобы все проходить без проблем. Так, АД4 зафармили. Без проблем. АД5. Плюс еще одна волна. Так, волна АЕ. Поехали, ребятушки. Ну, с такими героями многие из вас напишут, можно пройти. Но он не проходил, он не мог пройти, потому что надо правильно пораставлять все. Как бы есть нюансы свои, многие этого не знают. Поэтому приходится записывать поучательные видосы, чтобы ребята не мучились, имея такие ресурсы. Кто не имеет ресурсы и проходят те красавчики по-своему. Но лучше иметь ресурсы и уметь проходить. Так, волна Е5. Тут у нас уже драконы, но у нас они удачно зашли, и мы без проблем затоптали. Вот так вот, ребят, будем проходить дальше. Еще есть у нас волны, есть локации. Пишите комменты, жмите лайки, ждите следующих видосиков. Всем удачи, всем пока.